В Магадане началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. У производителей этот медикамент приобретает Минздрав России. Далее он направляет в регионы строго определенное количество небольшими партиями. Получатели вакцины – региональные Минздравы. Им дали задание подготовить холодильные ящики для ее хранения. Там должен соблюдаться строгий температурный режим – 18-20 градусов мороза. В Магаданской области первая партия вакцины «Спутник Ви» поступила на склады второго уровня ОГАУ «Магадан Фармация». Здесь созданы все условия для хранения этого препарата. Затем вакцина небольшими партиями передается в МОГБУС поликлиника номер 1 для использования. Решением регионального правительства и Минздрава определены лица для проведения вакцинации. Это медики лечебных учреждений, так как именно сотрудники медицинских организаций являются первой линией контакта с заболевшими COVID-19. Как только медики будут привиты, начнется вакцинация лиц из других групп риска – педагогов, социальных работников, работников транспорта, ЖКХ, общепита, торговли, силовых структур, а также хронических больных, людей, имеющих онкозаболевания. Данные о каждом привитом против новой коронавирусной инфекции заносятся в специальный электронный ресурс. Гражданин по своему желанию сможет вести на портале государственных услуг дневник самонаблюдения. В нем магаданцы будут отмечать состояние своего здоровья после проведенной вакцинации. Поставки топлива в Магадан, работа комбината зеленого хозяйства и ГЛУДа в условиях выпавшего в областном центре снега в объеме двухмесячной нормы. Эти темы обсудили на совещании в режиме ВКС с руководителями коммунальных служб в городской администрации. Заседание провел заместитель мэра Магадана Александр Малашевский. Для расчистки дорог задействовали 37 единиц техники – снегопогрузчики, самосвалы, автогрейдеры, бульдозеры. На уборку и вывоз снега также направлены основные силы КЗХ. Главная задача – лестницы и выходы на пешеходные переходы. Также снег убирают на автобусных остановках в местах, недоступных для механизированной очистки. В настоящее время обеспечены подъезды ко всем пищеблокам и контейнерным площадкам школ и детских садов Магадана. Также Горсвет сегодня направлял технику для монтажа новогодних елок. В Магадане лыжную трассу Черемушки продолжают расчищать после снегопада. Впервые за лыжню взялись в середине октября, когда выпал снег. Сейчас используют специальное оборудование – ратрак. Это транспортное средство на гусеничном ходу, которое применяют для подготовки горнолыжных склонов и трасс. Специальная щетка помогает рыхлить снежный покров до 7 сантиметров. Также используют снегоходы. Мы используем также технику, ну, снегоходы, так называемый «Буран», вот, который вслед за собой имеет волокушу, вот, которая позволяет максимально ровным сделать полотно для катания. Вот. Также используются резаки для нарезания классической лыжни. На данный момент, да, пока погода не устоится, будет работать ретрак, поскольку снега выпадает много и буран не сделает той качественной лыжни, которая необходима. После того, как снегопад закончится, задействует буран. Он и будет готовить лыжню. Для того, чтобы почистить трассу, ретрак должен работать около 5 часов. Возникают и сложности. Технику сначала нужно транспортировать к Черемушкам. В этом помогают сотрудники комбината зеленого хозяйства. Случаются и поломки техники, однако специалисты продолжают работать. По их словам, благодаря таким усилиям кататься по лыжне в Магадане можно до конца апреля. 44 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за весь период выявили 6254 заболевших. Обследовали на наличие инфекции 110621 человек. С выздоровлением выписали 5611 колымчан. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. Также эксперты призывают в общественных местах пользоваться средствами индивидуальной защиты. При посещении мест с большим скоплением людей необходимо надевать маску, перчатки, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Мужчинам специалисты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.
48 дорожно-транспортных происшествий на территории Магаданской области зарегистрировано с октября по ноябрь текущего года, в результате чего 57 калмычан получили телесные повреждения и 3 человека погибли. На дорогах вне населенных пунктов произошло 36 аварий, сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области. Сложные погодные и дорожные условия требуют от водителей повышенной бдительности на дороге. Сотрудники госавтоинспекции Магаданской области напоминают автомобилистам о безопасности движения в зимний период. Для избежания несчастных случаев на дороге сотрудники госавтоинспекции Магаданской области призывают водителей транспортных средств быть особенно осторожными и обеспечивать постоянный контроль за движением транспортного средства. Заблаговременно снижайте скорость при подъезде к опасным поворотам и правильно выбирайте дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. Помните, что сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания на дороге. В снежную погоду асфальт всегда остается влажным. На таком покрытии увеличивается тормозной путь, отмечают специалисты. Водителям необходимо отказаться от резких маневров. Также следует заблаговременно снижать скорость при подъезде к опасным поворотам. Безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности, подчеркнули эксперты. Близится Новый год. В Магадане устанавливают елки и украшают сам областной центр. Однако эпидемиологическая ситуация остается непростой. Отметить праздник в клубе или ресторане не представляется возможным. Вечерний Магадан решил узнать у горожан, как они собираются отпраздновать Новый год в условиях пандемии. Дома. Весело и радостно, позитивно, с друзьями, с семьей. Как обычно, дома. Дома с мужем вдвоем. Сидя дома с родителями. Дома с семьей, родственниками, родителями, с молодым человеком. Не совсем обычно, но как обычно, в семье. И мы любим, моя компания любит ходить в походы. Мы и до Нового года, и после Нового года обязательно пойдем в поход. Я живу на Оле и где-то в окрестности Олы. С удовольствием прогуляемся на море, или, может быть, на Ольский перевал, или в сторону Гадли. Ну, будет весело, я думаю. Ну, я хочу отметить свой Новый год, во-первых, с семьей. Это самые близкие для меня люди. Может быть, даже мы сможем погулять с друзьями и одноклассниками. Дома с родными. На Магаданской площади в региональном центре Колымы резчики по льду из Республики Якутии работают над созданием новогодней обстановки в городе. Мастера выпиливают изо льда детские горки и скульптуры для украшения улиц Магадана. Главная задача – создать жителям города новогоднее настроение. Ну, основное мы делаем сейчас оформление, оформляем город. Вот горки, фотозоны, мишки. Потом еще там на Театральной площади будут горки. В этом году 3 горки у нас в городе Магадан. Ледовым делом жители Республики Якутии занимаются с раннего детства. Зимой они заготавливают лед, а летом используют его для того, чтобы пить талую воду. Поэтому ледовое искусство в крови у жителей Якутии. Сам бригадир ледорезов Дьюлус Марков уже около 5 лет не ездит на фестивале по ледовому искусству. Ранее он участвовал зимой в соревнованиях, в том числе и международных. Сейчас ледовым делом жители Якутии занимаются для души, отметила команда резчиков. Они представят свои ледовые скульптуры на площади Магаданской, Театральной и космонавтов. С 29 декабря жители областного центра смогут посмотреть театральные представления лично. Магаданский театр приглашает зрителей на музыкальные сказки. С любыми признаками ОРВИ мы в театр, к сожалению, зрителей пустить не сможем, чтобы обезопасить остальных. Термометрия, следом мы можем предложить использовать перчатки. Это рекомендованная мера. Значит, ну и рассадка в зале у нас будет всего на 25%, чтобы было расстояние между зрителями в 1.5 метра. Вопросы с посадкой можно будет уже в зале театра. Администраторы готовы пойти зрителям навстречу. Также зрители обязаны будут находиться в масках. По словам специалистов, в такое непростое время нужно ответственно подходить к вопросам профилактики коронавируса. Купить билеты на представление можно на сайте театра или в кассах. Они снова заработали. Продаются билеты на сайте театра,
И мы открыли продажу в кассе театра, которая работает с 11 часов до 7 вечера в будние дни и до 6 вечера в выходные дни. Во время непростой эпид-обстановки сотрудники театра ведут онлайн-трансляции на своем YouTube-канале.